с вами Андрей. Сегодня у нас АПА 4. Опять здравствуйте. Вот, всем привет. А, кстати, а куда? А, вон ман. Нифига. Ман увезли. Вот, короче. 828. Так, это что у нас? Такой вот Мерседесик. 053. Я не знаю, списывать будут его или нет. У него крышку от ГАЛАЗа взяли. Вот. Заходим. Такое АПА 4. Мы сейчас с директором виделись. Его, наверное, чинят. Вот. Вот Мерседес. Сейчас покажу. Вот. Кнопочки. Так вот он выглядит. Богданчики стоят. Ман, кстати, уже заводили. Вот Лиазик. Идет на списание тоже. Вот УАЗ. А, кстати, нифига, УАЗ-то чинят. 728. Господи. Вот Лиаз. О, его захламили немножко. Пока меня не было, его захламили. Чё по кабине? Не кажется ли она пуще стала? Типа попустее. Ладно, давайте пройдем. Лиаз. Мы с другом пришли. Вот так его выглядит мордашка жестко. Можно делать это? Вот, кстати, это Влад, мой друг. Лучший причем. Это Лас Лайнер. Тоже. Это Мерседес, который попал в аварию. И он пойдет на списание. Вот. Там, кстати, что-то едет. Наверное. Его тоже немножко захламили, пока мне... А, да, его захламили. 728-й готовится на маршруты выходить уже. Ура! Вот 058-й. О, 119-й все-таки в депо приехал. Вот 728-й. Вот 305-й, который будет списывать. Вот 119-й. Вот, 057-й, кстати. 057-й. А его, наверное, он на маршруты скоро выйдет. Вот. Прикольно. Прикольно. О! А, нет, фух. Я уже испугался, то, что ему стекло выбили. Где сейчас Влад? Тут нет, тут. А, да, тут автобус стоял. Какой-то. Жестко. Подожди. Да я знаю, я в тот раз ходила, это из-за меня заклинило. А он все, наверное, 058. Вот. Короче, я пошел. Вот. Вот. Такие вот богданчики стоят тоже. Давай дверь сама закрывайся. Это у нас вот 405N2 вроде как. N2, кстати, да. Что у него по салону? Ой-ой-ой. Бля. А, так его довольно прибрали, кстати. Он вроде пыльный был. Все.
А, кстати, это вот 058 я его снимал. Я его хорошо снял. Вот. 119 стоит, кстати. Вот. Это 728. Так. Это УАЗ, который чинится, наверное. 220. Это УАЗ Лайнер. Ура. Не, ну УАЗ этот довольно редкий тоже. Вот лязик. Этого мотор сгорел. Ха-ха-ха. Круто. О, там. О, нифига, 427-й. В ангар загнали. Нифига себе. Нифига себе новиночки. 728-й в ангар загнали. О, 427-й в ангар загнали. Нифига себе. Вот там Теннер 17СМ стоит. Тут Ютонг. Вот. Тут Ютонгич. Вот богданчики стоят тоже. Там что-то едет? Там вроде что-то едет. Вот богданчики стоят. Как бы фортрансовские, ну ладно. Это раутрейдовский. А написано то, что он работает. Хотя вот какое у него состояние. Все нет. Ну, как бы вот. Ладно. А, каша. О, привет, собачка. Вот. Опа. Собачки. О, нифига, он, кстати, новенький. Довольно новый. Вот Богдан. Который в двери не открывается. Заклини. Богдан, зараза, жесткая. Вот. Пошлите к 057. Ой, к 0, да, к 057. А 057 в рейс готовится. Готовят его точнее. Он на зимовке был. То есть. Он на зимовке был. Вот. Вот там. О, 305 тоже стоит. В гараж ходить не надо, небезопасно. Я не собирался. Вот. О, кстати, вот 119-й. Вот, а 220-го, блин, жалко его. Это что? Ну ладно. Вот, что у него с колесом. Вот, там даже приборчики остались. Это что? Опа. Руль, опять же таки. И вот еще руль. Карданчик. Вот все, гармошка закрыта. Очень плохо, ну ладно. На замок она закрыта, да? Да. И сделали, на замок ее закрыли. Куча огнетушителей. О! Это АТО 305-го. И вот, кстати, тоже стекла АТО 305-го. Вот задний. Вот 057. 057 жесткий тоже забивной. Так. Я в него ходить не буду, если только на обзоре. Вот. Его перекрасили. Довольно-таки недавно. Дальше у нас ангарчик. Всем привет, вот у нас ангар. Мы в ангаре. Это вот 35-618. Вот. Так быстренько.
все. О, 618. От него сидушка. Вот Богдан, у которого заклинила дверь каким-то образом. У всех Богданов тут заклинила дверь. Вот. В принципе, вот тут еще другие Мерсы стоят. Вот 307, 061, 859, который тут стоит уже неделю. И 193. Вот. Наш сапер. Вот. У него. Сегодня у нас третий. Я знаю. Вот, кстати, техничка. Круто. Что могу сказать? Техничку закрыли, круто. У меня дверь нормальные сделали. Вот. Техничку не смогу сейчас показать. Вот. Дальше у нас, наверное, включение улицы или просто уход. Вау. Ничего не делаю. Логотип, давай. Логотип. Вот. Дальше включение на улице. 305. Руль скрипит. Так выглядят сидушки. На 305 на маршруте. Вот. Ну все, давайте, в принципе, можно заканчивать. Наверное. Вот 307. Что там такое приехало? Вот 307. Можно понять по узкой двери. Это пригородная модификация. Вот 305, считайте. Вот. Техничка. Всем привет, вот мы и на улице. Разошелся дождь. Не на шутку. А мы уже уходим с предприятия. Надо Владосу сказать, потому что все, пошли. Сейчас быстренько еще покажу. Тут гармошечка стоит, ман стоит. Почему у нас вспышка включена? Учебно это 220-й, остатки точнее от него. Пер 200, ой, 442. Круто. А она все, она закрыта. Такой главненький экспонат. О. А мы тут в дождь гуляем. Вообще нормально. Там эти. Тут разъездились все. Вот. Я так быстренько покажу. Там Богданы стоят. УАЗ, лайнер надо зафоткать. Сначала 305. Вот. Ну, а с вами был я, Андрей. Подписывайтесь на мой канал. Всем